Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня у нас очередной Кучинелли. Вот, опять же, простой на самом деле. У Кучинелли это летняя модель, я ее вижу как зимний вариант. Вот, сейчас все буду рассказывать. То есть, если вы хотите вариант летний, то вы выбираете летнюю пряжу. Но я думаю, уже актуально будет осенний вариант. Вот, я вяжу из бобиной пряжи, сейчас покажу. Ну, это из итальянского стока, пряжа не моя, пряжа заказчицы. Ориентируемся мы на плотность 200-300 приблизительно метров 100 граммах. Вот, и как альтернативу я вам могу предложить вот очень хорошая Милана пряжа. И, кстати, девчонки в комментариях ее тоже очень хвалят. Это из Ярнарт обе пряжи. И обе, по моему опыту, они очень классные. Вот, девчонки, весь мой опыт с ними связанный, очень в положительную как бы сторону. То есть, мои ощущения по итогу, как вещь выглядит. Это, конечно, не супер бюджетная пряжа, но она того стоит, потому что составы здесь очень хорошие. Это Ярнарт Милана, 8% альпака, 20% шерсть, 8% вискоза, 64% акрил. Пряжа очень классная. Изделия из нее получаются очень красивые, девчонки. Вязка, она тоже очень красивая. И писали в комментариях, девчонки, что даже для детских изделий тоже очень подходящая пряжа. В 50 граммах 130 метров. Вот, приблизительно 400 граммов нужно на этот джемпер. Вот, поэтому 8 моточков вот таких вот, 8-9, ну, в зависимости от размера тоже. Значит, и вот это вообще моя любовь. Ярнарт Silky Royal. Значит, у нас здесь в 50 граммах 140 метров, она чуть тоньше. В составе у нас Silky Royal, смотрите, Silky Royal, это неправильно перевели. Значит, шелк и 65% мерино шерсть, то есть шерсть с шелком. Девчонки, вот это очень классно, не пожалейте денег, купите. Ну, купите, я имею в виду, что не пожалеете, если вы потратите денежки на эту пряжу. Вот, тоже ориентировочно 350-400 граммов. Если вы закажете больше, то по-любому шапочка, что-то из нее будет очень классное. Вот. Кто из Украины, девочки, Леночка работает, пожалуйста, обращайтесь под видео, ссылочка есть на Инстаграм, на Вайбер, у кого нет Инстаграма, вот, обращайтесь, она вам поможет. Вот, а также хочу попросить лайки, комментарии для продвижения канала. Если вы считаете, что это видео вам было мега полезным и вы хотите отблагодарить меня за мою работу, есть функция супер лайк, то есть сумма там на ваше усмотрение, это просто благодарность за это видео, если оно вам было полезно. Также вы можете оформить платную подписку, которая стоит в районе $2, это тоже очень хорошая поддержка каналу в наше время. Ну все, девчоночки, я думаю, вы понимаете, сейчас все блогеры об этом говорят, потому что нам приходится сейчас очень непросто. Вот правда, чтобы удержать канал на прежнем уровне, это очень тяжело, скажу вам честно. Мы практически сейчас работаем бесплатно. Вот, вот так вот я вам скажу. Ладно, поехали дальше. Поехали по модели. Значит, я буду вязать одна оверсайз модель. Размер. Что у меня здесь? Я набирала, я не снимала, в общем, петли как набирала. Но набрала я тем способом любимым моим. Видите, какой край. Ссылочку я тоже оставлю. Это всего 280 петель. Это у нас 40 рапортов. Узор на этот джемпер очень простой. Он у меня под видео, ссылка в описании. Сейчас я вам единственное, что покажу, как поворот, как вязать, за какую стеночку петли в круговом вязании, потому что там у меня узор как бы в поворотных рядах. Сейчас покажу нюанс кругового вязания этого узора. То есть я набрала 280 петель, спицы у меня 3 миллиметра. Спицы 3 миллиметра, 3 миллиметра спицы. Возможно, я возьму потоньше спицы на горловину, но не факт.
Так, ширина всего у меня джемпера 140, вернее, если в сложенном виде, 70 сантиметров, ну, окружность 140, я вот написала. Всего 40 раппортов. Раппорт у нас из 7 петель. Вот. Резинку я провязала 12 рядов, резинка 1 на 1. Потом перешла, ничего не добавляла, ровно перешла на раппорт. Это я сейчас одела вторые спицы. Боже, боже. Чтобы разутюжить и промерить. Хорошо. Вот я немножечко только пропарила. Не обращайте внимания, что у меня разные спицы. Просто, значит, здесь я поворачиваю вот эту петлю и провязываю две вместе. Одна лицевая. Это я вам просто показываю поворот. Вы узор попробуйте отдельно. Накид. Изнаночная. Накид. Здесь я поворачиваю первую петлю и провязываю уклон слева направо. С уклоном вправо, вернее, две петли. Две лицевые. Две петли вместе с уклоном влево. Я поворачиваю первую петлю и провязываю две петли вместе. Накид. И изнаночная. Накид. Здесь первую петлю поворачиваю только и провязываю две вместе с уклоном вправо. Здесь тоже первую петлю поворачиваю и провязываю с уклоном влево. Накид. Изнаночная. Накид. Поворачиваю. Слева направо я вожу спицу. Получается с уклоном вправо. Две лицевые. Только и справа налево ввожу спицу. Это с уклоном влево. Все, и так целый ряд. Я быстро показала, я понимаю, но сам узор у меня в другом видео. Я же говорю, вы посмотрите его, попробуйте, а потом уже, когда будете вязать, вот этот кусочек просмотрите. Вот, чтобы понимать, куда какие петли поворачивать, потому что в круговом, в поворотном вязании там немножечко по-другому эти петли поворачиваются. Так, второй ряд показываю вам. Это я провязала круг до конца, вяжем лицевыми петлями, лицевые петли за верхнюю стеночку, вот эти три петли просто провязываем изнаночными. И лицевые вот так вот, видите, чтобы развернуть эту петлю, да, чтобы она у нас не была скручена, ни в коем случае не вот так вот, только разворачиваем эти изнаночные, как получится, тут уже без разницы, эти разворачиваем и так вяжем второй ряд. Это весь узор. И что у меня здесь есть? 22 раппорта вверх, 22 раппорта, это 44 ряда я провязала. И сейчас я вот здесь вот буду разделять на две половины. Вот здесь у нас был сгиб, теперь у нас будет здесь разделение. Значит, разделение мы начинаем. Вот смотрите, у меня здесь начало ряда с половины вот этой дорожки, то есть здесь одна лицевая, и далее мы идем по узору и вяжем 20 раппортов. Так как у нас в круговую 40 раппортов, то если разделить на две половины, то у нас получается по 20. Считаем по дорожкам. Дорожки у нас должно быть 20 дорожек провязано, а вот эти вот полосы лицевой глади в половине, вот здесь вот у меня будет начало и конец точно так же в половине этой дорожки. Итак, вот она моя 20-я дорожка. Смотрите, видите, здесь мой маркер, и до половины я довязала. Значит, здесь у меня 2 вместе, и последняя, как бы, вот эта петля, ее я увожу в кромочную. То есть эта петля у нас в начале и в конце будет кромочная. Вот я поворачиваюсь и вяжу поворотными рядами. Здесь у нас 4 изнаночные и 3 лицевые. Накид у нас лицевой. Здесь уже узор вяжем как в образце, как в том видео, которое у меня был разбор этого узора. Здесь в конце у нас 2 изнаночные. Вот этот маркер я уже убираю и поворачиваюсь. То есть я вяжу половину петель. Тут без разницы, спинка, передняя деталь. Это уже зависит от того, как вы сделаете горловину. Значит, что у нас в поворотных рядах? Напоминаю,
мы вот эту вот с уклоном влево провязываем 2 вместе просто. Далее накид, изнаночная, накид. А вот здесь вот мы первую переснимаем, а вторую мы поворачиваем. Это в поворотных рядах. И слева направо провязываем 2 вместе. 2 лицевые. Здесь мы просто, здесь проще, ничего мы не переворачиваем. Накид, изнаночная, накид. Здесь вторую переворачиваем и вяжем слева направо. Вводим спицу. Вот это разница поворотных рядов и круговых, что я вам сейчас, ой, показала. Так, ну и вяжем высоту нашу пройму. Итак, мои хорошие, что у нас происходит? Значит, я провязала вот обе половинки, у меня каждая на своих спицах, еще 44 ряда, то есть 22 раппорта. Если точнее, то у меня вот от резинки 44 ряда и после до проймы, и от проймы 44 ряда. Вот обе части я провязала одинаково. Теперь мы будем вывязывать горловину и будем вывязывать одновременно скос плеча. Пока у нас все везде одинаково, обе детали как бы одинаковы с обеих сторон. Вот они. Теперь что мы делим? У нас каждая деталь 140 петель. Вот здесь вот ручку взяла. Так, которые мы разделяем таким вот образом: 60, 60 и 20 центральных закрываем. И в первом ряду что я делаю? Я вяжу 60 петель, считаю 1. При этом вывязываю узор 2, 3, 4, 5, 6, 60. Так, теперь 20 петель я закрываю. Раз, два. Восемнадцать, 19. И 20. Так, далее у нас до конца ряда 60 петель, которые я просто провязываю по узору. Так вот, разделили мы на две части 60, 20 закрыли и 60. Теперь мы вяжем вот эту вот часть только. Так, со стороны проймы что мы делаем? Мы делаем скос плеча и закрываем 2 петли. Раз и два. Далее вяжем до конца ряда по узору. Так, довязала ряд до конца. В лицевом ряду со стороны горловины я делаю, провязываю 2 петли вместе, то есть сокращаю одну петлю и вяжу по узору. Далее что мы делаем? Теперь мы будем с этой стороны провязывать по одной петле, сокращать. У нас будет вот такой вот скос по одной в начале ряда лицевого, а в начале ряда изнаночного мы будем закрывать по 2 петли, тем самым формируя скос плеча. Понятно, в лицевом ряду здесь 2 вместе. Здесь с этой стороны в изнаночном ряду вначале закрыли 2 петли, как я. Итак, девчонки, 8 раз я сделала сокращение вот здесь вот. И теперь продолжаю вязать ровно, а здесь еще сокращаю.
Что это значит? Это значит, что здесь я не делаю сокращения. Это будет всего пару рядов. Вот сейчас у меня их здесь 8, и здесь 8 по 2 петли. То есть здесь я просто начинаю и вяжу ряд. Он начинается с 4 лицевых, вернее 3 лицевые, а 4 по узору. А в начале изнаночного я все-таки еще продолжаю делать сокращение. Где, девчонки, поломался штатив у меня. Я в шоке, я в шоке. Вот. Значит, когда у нас вот здесь вот сокращено 12 раз по 2 петли, то есть 24 петли. И всего у нас тут должно остаться 18 петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, не 18, а 28. Значит, здесь мы делаем 12 раз по 2 петли. И здесь у нас остается 28 петель, которые мы закрываем. Закрываю все петли. Итак, вот у нас одно плечико готово. Смотрите, видите, 28 закрыто, а здесь у нас скос плеча. Вот. Здесь у нас вырез горловинки. Теперь мы нить рабочую привязываем со стороны горловины изнаночный ряд и делаем то же самое. Теперь мы будем в изнаночном ряду закрывать по одной петле, а в лицевом ряду по 2 петли. То есть наоборот у нас здесь. Так. Потому что теперь у нас изнаночный ряд находится со стороны горловины. Да, вот она, наша горловина. И здесь я провязываю по 2 ряда. А это у меня изнаночный ряд. Ой, по 2 петли. Ой, господи, что надо? По 2 петли. Вот провязала я ряд изнаночный. Теперь в лицевом ряду это у нас сторона проймы, мы закрываем по 2 петли. И так продолжаем далее, пока. Ой. Пока у нас здесь не будет 8 раз по одной петли, далее ровно, а здесь не будет 12 раз по 2 петли. То есть мы закроем 8 и продолжим здесь ровно, уже больше не закрывать, пока не закроем 12 раз по 2 петли. И 28 петель потом закроем. То есть продублируем полностью в зеркальном отображении вот эту вот вот это плечико. Что значит в зеркальном отображении? Это наоборот. Что у меня здесь происходит? Значит, довязала я второе плечико. Вот оно, в зеркальном отображении. Точно так же, как это. То есть, если мы складываем вот так вот, все точно так же, просто, я же говорю, меняем закрытие, да, с изнанку на лицо. У нас все идентично. Теперь у меня спинка, то есть переднюю деталь я оставляю. Вот спинка у нас, я сейчас, знаете как, я вот здесь вот нарисую. Мы начинаем со скоса, то есть на высота то же самое. То есть вот эта точка у нас одинакова для спинки и для передней детали. Единственное отличие, что передняя деталь, вырез горловины, мы начинаем одновременно с плечевыми скосами. А спинку мы начинаем пока что только плечевыми скосами одним полотном. Это значит, что мы в начале каждого ряда будем провязывать, сокращать 2 петли. Точно так же, как мы делали на передней детали. Но вырез горловины мы пока не делаем. Мы вяжем всю целую деталь спинки. И в начале ряда
2 петли провязываю, 2 петли, то есть 2 петли я закрыла, и далее вяжу по узору до конца ряда. Вот, и в начале я провязала лицевой ряд до конца, и в начале изнаночного ряда я делаю то же самое, то есть вяжу, закрываю 2 петли, далее вяжу по узору. И так в начале каждого ряда, здесь мы не путаемся, вяжем в начале каждого ряда по 2 вместе, закрываем, вернее по 2 петли закрываем. Итак, я закрыла здесь с каждой стороны по 7 раз по 2 петли. И теперь, только теперь мы будем делать горловину, что сейчас 7 раз по 2 петли, 7 раз по 2 петли, то есть мы вязали здесь ровными рядами, и начиная с вот этой вот точки, то есть здесь у нас были вот такие вот ряды, и осталось у нас 112 петель сейчас вот между этими точками после 7 сокращений с обеих сторон. Здесь было 140, да, напоминаю. Что мы теперь делаем? Снова мы 20 петель отделяем на горловину, 20, а здесь у нас остается 46 и 46. Поехали. Значит, я вяжу, при этом важно очень, продолжаем здесь делать по 2, считаем эти 1, 2 мы сократили, и вот это вот третье считаем, пока это в этом ряду, потом у нас же будет все уменьшаться, то есть 3, 2 сократили, 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 и 46. Теперь 20 центральных я закрываю. Все точно так же, как и на передней детали. Раз. Двадцать. Есть. И теперь вяжем до конца ряда вот эти вот 46 петель, которые остались. Довязала я до конца ряда, и теперь вяжем, продолжаем, довязываем вот здесь, здесь сокращаем и здесь сокращаем, здесь еще 4 раза по 2 петли и здесь 4 раза по 2 петли. Здесь не будет 8 по 1, как на передней детали, здесь будет 4 по 2, здесь то же самое, 4 по 2 и здесь 4 по 2. То есть сейчас мы еще провяжем, и в начале, опять же, в начале каждого ряда мы будем закрывать по 2 петли, то есть мы полностью повторяем вот это вот, то есть вырез-то получится, ширина его такая же, как и на передней детали, но только он будет, как бы, здесь будет закрываться петли по 2 петли. И в конце у нас останется 28 петель, и здесь 28 петель. Я продолжаю, вот со стороны плеча я закрываю 2 петли. Раз, два. Бежу до конца ряда, в лицевом ряду я точно так же закрываю 2 петли. И всего 8 рядов еще мы так, таким образом вяжем. 9, 9, девчонки, потому что здесь у нас тут изнаночная еще считаем. Так, провязала,
Поворачиваемся на лицевой ряд и вначале закрываем 2 петли. И так продолжаем. И вяжу. Так, мои хорошие, вот плечо. Видите, здесь 1, 2, 3, 4 раза я сократила, а здесь дотянула, и всего у меня получилось 12, точно так же, как и на передней детали. И теперь я те же 9 рядов вяжу, начиная вот с изнаночного. Вот я привязала ниточку с изнаночного ряда, и здесь вот тоже закрываю по 2 петли в начале и в конце, вернее, в каждом ряду по 2 петли закрываю точно так же. То есть еще 9 рядов я вяжу эту плечика вторую и заканчиваю. Так, итак, что мы имеем, девчонки? Вот такую вот конструкцию. Вот спиночка у нас, вырез меньше, чем на передней детали. Вот, девчонки, как же мне неудобно снимать. Вот он скос плеча, вот он второй скос плеча. Я сейчас сошью плечевые швы вот отсюда, ну прямо до рукава, и попробую связать один рукав, попробовать, а потом мы с вами продолжим горловинку и продолжим рукав. Значит, плечо я сшила, уже один рукав связала, чтобы проверить. Вот плечико у нас имеет вот такую вот форму. Теперь что я делаю теперь? Теперь я набираю петли для рукава из пройма. Для этого внизу вместе начала проймы привязываю. Ниточку. И теперь петли я набираю из кромочных. 1, вот из каждой кромочной 2, 3 и четвертую вот из промежутка. Снова 1, 2, 3 и четвертую отсюда же. То есть как бы четвертая у нас идет дополнительная. Так, далее. И по кругу вот таким вот образом набираю 3 + 1. Итак, по рукаву у меня набрано 62 петли. Вот 31 до плеча, и с одной стороны 31, и с другой стороны 31. И сейчас я распределяю вот таким вот образом петли на рапорты. Вот начинаю я вот от проймы 5 лицевых. Раз, два, три, четыре, пять, три изнаночные, три, четыре, и далее рапорты пошли, 4 лицевые, 4, три изнаночные, 4 лицевые, 3 изнаночные, 4 лицевые, 3 изнаночные. И вот здесь вот у вас должно получиться 2 лицевые до плеча, плечо и еще 2 лицевые, то есть 4 лицевые. То есть полоска у нас должна при таком количестве петель очутиться как раз на плечике. 4 лицевые, 3 изнаночные,
4 лицевые. Три изнаночные, 4 лицевые, 3 изнаночные, 4 лицевые, 3 изнаночные. И здесь у нас в конце 5 лицевых. Раз, два, три, четыре, пять. Все, первый ряд мы провязали, распределили и далее начинаем вязать с узором. Что это значит, как у нас распределились петли? Вот смотрите, у нас то, что я говорила, вот эта полоса оказалась напротив плеча, вот 2 и 2, которые я вам обратила вас внимание. Далее 4 ажурные, всего их 8, 1, 2, 3, 4, но внизу у нас здесь 10 петель, вот 5 первые и последние 5, вот стык. Здесь мы будем делать, вот видите, сокращение впоследствии. Так что вот так вот распределились у нас рапорты. И далее я вяжу сейчас по кругу узора, как мы вязали в начале. Вот, про сокращение еще потом скажу. Так, 8 рядов я провязала, девчонки, узором. Вот смотрите. Да, и сейчас вот начинаем делать сокращение. Первое сокращение у меня в 10 ряду, то есть 8 рядов я имею в виду узора, но 9 ряд у нас вот было распределение. И первое сокращение я провязываю 2 петли вместе в пройме, где у нас 10 петель лицевых. Я вяжу 4 лицевые, 2, 3, 4. 2 петли вместе лицевой и 4 лицевые. Вот 2 центральные петли у меня сокращены, то есть получается у меня здесь 9 петель. Так, следующее наше сокращение у нас через 7 рядов, опять 8. Теперь мы вот основываемся на вот эту вот центральную петлю. Видите, то есть мы берем петлю до нее, эту петлю, которая осталась после сокращения предыдущей, и петлю после нее, и провязываем 3 вместе. Таким образом мы продолжаем наше сокращение вот в каждом 8 ряду, вот пока, вот видите, практически до конца, пока у меня не соединятся петли в рапорт, то есть 7 рапортов должно остаться по итогу. Итак, рукав я вязала, девчонки, пока у меня не осталось, вот я же говорила, 7 рапортов по кругу соединила, видите, один рапорт здесь уже просто довязала. Значит, что у меня в длину здесь? В длину у меня 66 рядов, 33 рапорта. Это пока еще не разутюжено. Вот такой вот страшненький рукавчик. И сейчас я перехожу на резинку 1 на 1. Рукав, конечно же, вы корректируете по себе еще. Вот, это я одела на себя. И у меня это 66 рядов. В сантиметрах я вам промеряю, когда разутюжу. 12 рядов вяжем на рукаве резинки и закрываем удобным нам способом. Девчонки, я закрыла иглой. У меня, конечно, не очень удачное видео по закрытию петель иглой. Вот. Ну, в общем, я его оставлю под видео в описании, ссылочку на это видео на закрытие петель иглой. 12 сантиметров, 12 рядов у меня здесь, везде я вяжу по 12. Ну, в отличие от горловины. Значит, что касается горловины. По кругу я набрала, сейчас я вам скажу, сколько петель.
96 петель у меня здесь, и первый ряд я вяжу изнаночными петлями. Вот я не буду делать никакой кружной кетлевки, ее, кстати, там у Кучинелли тоже нет. В общем, вяжу. Первый ряд изнаночные петли, а потом резинкой 1 на 1. Итак, девчонки, горловину я провязала 8 рядов. Вот такая вот у меня горловинка, закрыла иглой вот все петли. По итогу, что у меня получилось, я обещала вам показать по сантиметрам. Значит, ширина 70 сантиметров, как я и говорила изначально. Длина 56 сантиметров, длина рукава, так как здесь очень-очень спущенный рукав, сейчас вы все увидите на мне, вот, то это 31 сантиметр, и ширина рукава 18 сантиметров, вот здесь вот, внизу это где-то 10 сантиметров, да. Вот, вот и все, все размеры, как бы он свободный максимально, и максимально без выкрутасов разных, ну, элементов кроя. Вот, ну, в принципе, все, девчонки, все, что сейчас я продемонстрирую, как всегда, его на себе. Вот, если у вас возникают какие-то технические вопросы, вы можете задать вопрос по ссылке под видео в описании. Вот, это услуга платная. Далее бесплатная услуга, лайк, комментарий, поделиться где-то. Вот, это очень поможет продвижению канала. Девчонки, трудные. Очень тяжелые времена у нас сейчас, поэтому вот так вот приходится выкручиваться. Вот. Ну, в принципе, на сегодня все, девчонки. А с вами была Вика, школа рукоделия. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Thank you.